И снова всем привет, с вами Техномакс, мы продолжаем Resident Evil 1 HD и побежали доставлять сыворотку. Так. С собой все нормально, глянем куда идти. Это был у нас второй этаж. Ага. То есть нужно сейчас вылазить сюда. Потом сюда, сюда. Ага. Но я, в принципе, понял, как туда попасть, но это будет сложно. Из-за зомби. Вот здесь. Да, бля. Быстренько добить, пока он не очухался. Ага. Руки-то не распускай, придурок. Сваливаем отсюда. Так, куда-то надо было бежать. Сюда. Да уж, извините, что я так долго. У меня перерывы сейчас большие между видосами. Ну, как получается. Мне просто как бы тоже отдыхать надо все-таки иногда. Хотя бы. Сейчас лето. И как раз время для отдыха самое подходящее. Надо взять пистолет, значит, сразу его перезарядить. Еще раз свериться с картой и сюда. Надеюсь, это то, что нужно. Спасибо. Сейчас я сделаю тебе укол, Ричард. Держись. Вот, возьми. Это рация. Береги себя, Ребекка. Ричард! Он в порядке, он просто потерял сознание. Ребекка, тут небезопасно. Давай оттащим Ричарда в более безопасное место. Правильно. Ричард поправляется. Крис, скоро он встанет на ноги. Хорошо. Ты сейчас нужна ему. Как только Ричарду станет лучше, мы догоним тебя. Ребекка, ты хорошо обращаешься с оружием? Да. Хорошо, я буду продолжать расследование. Будь осторожен, хорошо? Во. Не знаю, заметили его или нет, наверное, заметили. Музыка изменилась в сейф-комнате. Неплохая альтернативка такая. Так, значит, Ребекку мы оставили. У нас есть ключ. Лад. Который еще бы стоило куда-то применить. Найти куда. Ладно, пойдем посмотрим второй этаж еще. Где-то чего-то было не найдено, блин. Это шлем. Блять, а это звездец. Нахер. Нахер уже второй. Блять, закрыто. Фу, блин, вроде бы этих зомби зря сделали бегающих, но, сука, все равно страшно, сыкотно, блин, что догонит сейчас, башку оторвет. Адреналинчик разгоняет. Так, бежал, аж выбежал, блядь, не туда, куда надо. Ну, сейчас поищем, куда этот ключ использовался. Он либо на первом этаже... должен быть, либо... А, третий этаж. Стоп, а... третий этаж в тупике. Случайно не там ли было? Ладно, сейчас проверим. Так, нашел, значит, где простой ключ был. Сейчас нужно вернуться в сейф-комнату. В восточном крыле взять маленький ключ. Блять. А чё, они типа, блядь, неуязвимые, что ли? Сука. Ай, сраная камера. Блин. Нихера себе, прикольно.
А, понятно. Вот это вид прикольный. Видно расстояние. Блять, только не помогает нихера. Ё-моё. Вообще странно, до сих пор состояние хорошо. Я не знаю, может быть, Крис просто крепче, чем Джилл, поэтому после пары таких вот нападений он все еще живой вполне. Блин, ну это хорошо, что хорошо. Меня пиздец в играх выкашивает, когда, короче, лупишь по цели, которая типа не до конца еще откуда-то вылезла, и она в этот момент неуязвимая. Ну что за хуйня, блин? Кстати, исключение из этого правила, не до конца вылезших, существует в четвертом Fallout'е. Может быть и в третьем, я уже не помню, но в четвертом Fallout'е, когда гули вылезают откуда-то, из-за ящиков всяких, из-под кровати, блин, вот пока он вылезает, его вполне можно убить. Вот так. То есть главное среагировать, а технически это все реализуемо. Блять, тихий час называется. Место культуры и отдыха зомби. А где там, блять, с этими камерами чудесными? Да. Ага. А, да. Ага, гавкайте, сколько влезет. Ага, это то самое место, где куча растений. Канистра и удобрения. Химикаты для растений, да. Бля. То есть сюда придется еще возвращаться. Собаки, помнится, через забор тоже у нас не убивались. Логика зашкаливает. Точнее, ее отсутствие. Теперь вспомнить бы, куда этот ключ, во-первых. А во-вторых, где этот долбанный подвал с растением был. Точнее, с его корнями. Потому что, блядь, тут сориентироваться, этот мозг можно себе сломать нахрен. Пытаюсь что-то тут найти. Ладно, попробуем еще раз посмотреть. Все дальняя комната. Восточного крыла. Которые находились где-то вот здесь. Ну да. Нахер. Лежать. А, все? Что-то быстро он такой. Во, наконец-то, блядь, ключ-лат использовался. Я уже задолбался с ним бегать. Он еще, кстати, не выкинулся, что ли? Охереть. А, да, точно. Это одна из масок, которая с картинами. Все, я вспомнил эту херню, да. Было дело, это галерея. Так, что там у нее? Зеленый обруч на башке. Фиолетовое украшение, да? Три духа, блин. Ну да, зеленая корона, фиолетовое украшение и... Блять. Нахер я нажал. И желтый наруч. Бежим. Блять, да идите вы, животные тупые. Неужели персонаж еще жив? Ему все еще хорошо. Блять, это как так вообще? Это ж ёпта не киберпанк, чтобы он себе там импланты вмонтировал, которые на урон не реагируют. Ах, да. Точно, точно. Лежать. Плохая собачка. Вот так. Ну, блин, патроны неумолимо заканчиваются. Это как раз-таки выемка здесь была. Осквернитель проклятого гроба. А... Тут медальон вставлялся, но я не помню. Это
который от масок берется, по-моему. Хотя я не помню, может быть, деревянный сюда тоже входит, блядь. Херово, когда большие перерывы между такими играми, все забываешь. И ключ этот драный, блин, когда он закончится уже? И, кстати, почему я там двери не проверил? Тут же еще целая пачка дверей. Ах, ну да. Это же с дробовиком комната. Тут есть лента. А у нас, как всегда, нет места. Но есть еще и кинжал. Блин, ну придется потом вернуться сюда. Вот из-за этого шутера я люблю гораздо больше. Классические, потому что, блядь, там гемора этого нету с тысячей дверей, тысячей ключей. А, ну да. Зомбак, который мылся. Вот ванная пустая, да? Полна грязной воды. Честно говоря, незаметно, что вода грязная, блядь. Мне бы такую грязную воду, она чистая, что аж прозрачная. Вот он откуда вылез? Из сливного отверстия, блядь, что ли? Хэдшот. Сразу. Блядь, еще один маленький ключ. Да какого ж хера инвентарь такой маленький, блядь? Вода есть, блядь. Да, вода есть. Ключи, двери, блядь, все есть. Пиздец, пистолет с патронами, лечилкой и ножом нужно таскать с собой по-любому, чтобы экономить как раз таки вот этот самый пистолет патронами. Лечилка на всякий случай, чтобы не убили. И остается два места. Что за идиотизм, у них разгрузки, блять, у него карманов, сука, больше, чем у меня на всей одежде вместе взятой. Что за хуйня? Нет, блядь, ничего не влезает. Я вообще манал. Капкомовцы порой такую хуйню городят. В таком случае нужно бежать к сундуку, скидывать лишнее, а потом ходить и собирать все, что только можно собирать. И, кстати, я разве не двигал вот эти вот... А, ну да, что бы я их двигал, тут же собаки были в прошлый раз. И действительно, я же в прошлый раз просто пробежал, чтобы они меня не сожрали. Это не двигается никуда. Куча тарелок, ладно. И эти долбанные двери, блядь, загрузки, я имею в виду, между комнатами, как они меня тоже выкашивают. Поэтому ремейки все-таки лучше. Ох, блядь. Ну, давайте смотреть, хорошо. А, гребень ветра, но он же вроде бы... Не. А похуй. Это я так. Убираем сюда, блядь. Ключ этот лад, блядь, долбанный. Куда его, блин? Или он опять не выкинулся? Вот. Ладно. Кинем лечилку пока что. Хрен бы с ним, освобожу место, потому что ну вообще нереально. Гребень ветра, по-моему, он, блин, не это. Не подойдет туда в дверь. Там вроде другой формы был. Медальон, я имею в виду. Вот деревянный был в виде щита. Тоже не подойдет. Я вот хз. Вообще было бы неплохо сохраниться. Но сделать это лучше после того, как
соберутся предметы. То есть сейчас нужно, получается, бежать в эти красные закутки в восточном крыле, все там собирать. И только тогда сохраняться. Ну, побежал я, чё. Кстати, да. Это тот самый переулок, где мы сейчас спасали, как его там, Кеннет, да? Короче, где мы девчонку нашли. Это тот самый коридор, в котором мы не дошли до конца. И там, блин, в тупичке как раз-таки растения, и нужно было травить. Так что это просто немного моей невнимательности. Дохлый. То есть надо было идти сюда. О, а это что такое? О, светошумовая граната. Нихера себе, тут и гранаты сделали даже. Вот прикол. А, нет, это не та комната. Это мы вообще где, блядь? Нет, это комната другая. Тут нет света, тут нужно зажигалку и сейчас зажечь свечи, точно. Вот, и тут сейчас должен вроде бы зомбяк вылезти. Фу, патроны дробовые. Я уже все забыл нафиг. Где тут что берется? Ага, шкаф сдвигается, да. Тут ничего нету. На столе как будто тоже бардак бесполезный. Ну, сдвинем шкаф. То ли здесь страница нот была в конце. А, ну да. Здрасте, блять, да пошел ты нахер, я пытаюсь вылезти, блять, ты не даешь, сука. Гандон ебучий, блядь. Да пошел ты нахуй, гранату ему в ебальник засунь. На, блядь. Вот козел, я, блядь, пытаюсь выйти, у меня персонаж застрял. Ну вот как так? Вот что это такое, блядь? Как это? Я же шкаф додвигал, нет? Додвигал. А какого ж хера я в него уперся вообще изнутри, блядь? Конечно, возьму кинжал. А что, подбирать можно было? Ноты. Бокалы. Пиздец, блядь. Из-за одного бага, сука. Стоять. А, вот, теперь внимание, наконец-то, блядь. Его просто поцарапали. В кои-то веки. Там к змее. Нам сюда вроде как пока что не надо. И, кстати, дверь закрыта. Символ щита. Ага. Блять, ну это пиздец. Ну, тут вроде бы взято все. Там чистая комната. Красным не горит. Блять, а где же был подвал тогда с растением? Я, сука, просто не хочу пересматривать. Чтобы найти, блин. А, вот еще где ключ лад, блядь. Главный холл, сука, на втором этаже. Пиздец. Который ведет на длинный балкон, на котором лежала пушка. Да, точно. Блядь. Опять куча всего везде. И инвентаря нет. Ну как это так? Ну зачем? Ладно, сейф комнату опять. Вот, очутились мы опять, блядь. И в комнате, наконец-то. А, патроны дробовика, значит. Потом спреем можно полечиться прямо сейчас. А, так, теперь нужно сбегать. Во-первых, за травой. А, во-вторых, за печатной лентой. Там возле змеи. И в-третьих, пойти на балкон за пушкой. Ладно, хрен с ним, можно сохраниться прямо сейчас. А то набегано уже довольно много, прогресс терять не хотелось бы.
Стоять! Ключ-лат еще не использован везде? Че, блять? Он что, пол дома открывает за крыса? Что за херня? Что за жопа вообще, я не понял. Сука, а мне уже места не хватит. А бегать-то как до хера? Может его пока скинуть? Ну, чтоб просто за лутом хотя бы сходить. Я, наверное, скину этот долбанный ключ, блядь. Я скину этот долбанный нож. Пистолета для самозащиты хватит, если что, вдруг там. Хотя я не думаю, что кто-то прям нападет, если честно. Я, наверное, даже обойму сейчас скину нафиг, чтобы забрать все за один раз. Оставить только пистолет. Ну, побежал, как всегда. Блять, нихуя себе радость-то какая. Я наконец-то нашел эту сраную дверь, и она была в западном крыле, просто на первом этаже. Вот она. Ключ-лат. Но и сейчас он, сука, не удалился. Да что это за вечный ключ такой, блядь? Я тут бегаю, понимаешь, собираю предметы всякие. Давайте возьмем еще и ленту до кучи. Деревянный уголок из дуба приятно пахнет, как отличное вино. Так там и стоит вино. Так, стоять, блядь. Дорогое пианино. Я заебался бегать. Надо так. Стой. А, да, блядь, да ты пройдешь или не пройдешь? Ну тут все, да. Тут только сдвигать. Ага, ноты. Те самые, блядь. Да, мы возьмем ноты, в которых не хватает страниц. Начало и конец только остались. Ну, заебись, современный вариант, укороченный. Адаптация, так сказать. Да, блядь, я понял, что он пахнет вином. Бухать хочешь, что ли? Ну, с другой стороны, кто угодно бы тут забухал. Блять, ну значит на первом этаже в западном крыле или на втором двери еще с этим ключом гребаным. Тут написано в углу картины, отмечая завершение особняка. А, вот что, бардак такой, тут вечеринка была. Ну тогда понятно, блять. Что там, вина так много. Так, эта дверь красная рядом закрыта с той стороны. И получается в эту сторону. Вот скажу честно, я не люблю записывать резидент и монтировать его потом, потому что вот это вырезание дверей, блядь, переходов этих, это пиздец. Тут есть тоже двери. Неожиданно. Блять, и зомби тут, сука, есть тоже. Заебали они меня уже. Козлина. Раздражают эти быстрые зомби. Да, с собой у меня вообще ни хрена нет, только ключ, пистолет. Остальное я все пособирал. Хорошо. Блять, заебись. Вот, сука, как не зайдешь, так везде эти уроды быстрые, блять. Твари, блять. Шага не ступишь, чтоб не прицепились. Закрыто. Это шлем. А всего-то надо было сделать, блять, отметки на карте, сука, где какой ключ. И все. Но нет, нахуя, блядь? Зачем? Так, чё по здоровью там? А, все еще хорошо, и 4 патрона. Ну, надо сбегать в сейф-комнату, тем более она здесь рядом, грех не сбегать. Разгрузиться, так сказать.
В этой комнате есть все виды медикаментов. Я могу залечить практически любую рану. Хочешь, чтобы я залечила твои раны? Это как-то немножко пошло прозвучало, ну ладно. Видимо, я такой испорченный. Да, если можно. Ребекка обрабатывает ваши раны. Обрабатывай меня полностью. Спасибо. Кто-то явно знает, как вести дела. Большинство медикаментов здесь из Амбрелла. Амбрелла? Ты не знаешь? Они крупнейшие налогоплательщики в этом производстве. Большинство препаратов сделали они прямо в Раккун-Сити. Но их осталось не так много, так что береги себя. Вон оно что. Блять, ну неужели кровать пригодилась? Хоть одна, сука, хоть в одном резиденте, хоть кому-то живому. Я в ахуе. Ну, видали, натащил уже, блин, всякой хрени. Так, нужно сразу вставить сюда нотную страницу. И посмотреть, что получится. Это была середина? Да, вся лунная соната в нотах. Хорошо. Ой, блядь, собрали лунную сонату. Только всякой херни тут. Ну хорошо, хоть вылечили на халяву, на том спасибо. В современных реалиях, блядь, просто так хер еще вылечат. Не, вылечат, конечно. Но нужен полис обязательно. Да, столько всякой фигни. Ох, как же сложно проводить зачистку особняка. Я имею в виду вот это вот. Сначала бегаешь, ищешь, где открыть. Потом, когда открыл, бегаешь, собираешь все, чтобы все унести. Все сложить. Гемор, короче. Ну, пойдем осмотрим ближайшие двери. Это было где-то здесь. Где-то прямо тут. Закрыто, старомодный замок с простым механизмом, то есть нужен еще ключик. Ключ лад, этот ключ больше не нужен. Аллилуйя! Конечно, выбросить нахрен это дерьмо, блин, он меня достал уже этот ключ. И там еще куча-куча комнат, ёб твою налево, пиздец. В обеденном... В зале, получается, внизу, который в западном крыле, там светится еще красное, что-то не взято. И чего-то не взято еще там. Рядом. Короче, надо проходить. Я на самом деле уже минут 40 бегаю, как дебил, блядь, собираю весь лут вот этот тупой. Светошумовая, блядь, она такая светошумовая, что аж разрывная. Давай-ка... ножа нету, блядь. У меня ножи все кончились на этих качков. И там кто-то уже стекло ломает, а то зомбячки. Опять эти зомби, блядь, тупые. Кстати. А, вот и кинжал, между прочим. Граната хороша, она прям убивает на месте. А нож позволяет просто дострелить, дорезать. Во. Тигр, блядь, в которого нужно вставить глаз. Вот я это место запомнил только благодаря тому, что здесь узенький-узенький закуточек. И все. Эту дверь можно открыть наружу. Да, вы ее открыли. Там еще в тупике есть в конце дверь. И, кстати, по-моему, там и было растение, да? Да. То есть сейчас нужно вернуться, взять синий кристалл, взять этот гербицид и идти сюда. У меня ощущение, что серия по времени длится часа полтора уже. Хотя на самом деле, да бля, ты в порядке? Хочешь, чтобы я залечила твои раны? Не-не-не, спасибо, не надо, она каждый раз будет спрашивать. Не надо, у меня все в порядке. Давайте возьмем тогда химикат, возьмем синий камень. Это будет потрачено, и можно взять
принципе, патроны на всякий случай отбиться. Так вот, на самом деле, так только кажется, что серия длинная, ну, для меня лично, потому что я долго бегал. А после всех обрезок дверей и вот этих лишней беготни, то стандартно получится полчаса. Нет. Сначала пойдем сюда. Наконец-то что-то сдвинулось с мертвой точкой с этими драными ключами, блин, дверями, дверьми. Ну, патрон на дробовик, ладно, лишними не будут точно. Там даже написано «Тигр с синим и красным глазом» на табличке. Хорошо, допустим, предположим, здесь мы закончили. Там сейчас выскочат зомби через окна, как обычно. Стоп, а это что за дверь была? Да. Сейчас тут повстают всякие. Шкаф полный высококлассного алкоголя. Дверь уперлась во что-то и не открывается. Во что она уперлась? Или в тебя, или в того, кто в шкафу? Ну, логику включи, бля. Он постоянно думает про алкоголь. Ну, алкаш, что ли? А, бабайка из шкафа ломится. У нас для него пистолет есть. Так, ну это опять тра-ля-ля. Записки мы все читали за Джу, поэтому я не вижу смысла во все это вникать. Одежда и различный хлам разбросаны повсюду. Здрасте. Бля. Старый ключ. Был обменен на несколько патронов для беретта. Практически на целую обойму. Ну, зато минус 2 мертвяка еще. А что касается простейшего ключа. Он использовался, по-моему, рядом тут. Вот здесь. Да, старый ключ использовать. Вот. То, блядь, 40 минут бегаешь, нихера найти не можешь, то на пятачке, блядь, в несколько квадратных метров тебе сразу все открывается, лутается. Охеренный геймплей, блядь. Ага, просто старая мебель. Сломанный дробовик, наконец-то. И, кстати, это не просто старая мебель, это светошумовая граната. И лента. Отлично. Наконец-то нам станет доступен дробовик. Вот. Комната сохранения рядом. Опять же, поэтому лучше сбегать. Блять, у Криса с этим проблемы. Ну она хоть сейчас про раны мои не спрашивает, блин. Может потому, что ран нет. 10 лент, нихера себе. Не, кстати, я определенно сохранюсь, пожалуй. Раз лент так много и так долго пробегали. Хорошо, патроны на ружье, химикат. Это все зашибись. Со здоровьем пока все нормально. Гребень, соната, нож. Так, эмблему давайте переложим вот так. И зеленую траву тоже. Да хватит спрашивать. Не надо мне залечивать раны. Блять, вот. Тоже тупой скрипт, но неужели нельзя было сделать скрипт, когда она... Ну, чтобы она спрашивала про лечение ран, только когда ты ранен. Вот если персонаж ранен, тогда она спрашивает, хочешь залечу, а так какого хера она спрашивает, если я, блин, живой постоянно. Ну все же хорошо, ну и все. Че, бля, вот ебет мозг мне. Кстати, дробовик был, я помню, это было вот в восточном крыле, квадратная комната.
красная. Ее видно вон, синей дверью. Недалеко от печатной машинки. Вот там дробовик использовался. Но нам нужно наконец-то гербициды поюзать. Немножко потравить, так сказать, живую флору и перестрелять фауну. Вот оно, наконец-то, блядь. Да. В красную. Чё, нравится фонтанчик? А как тебе такой фонтанчик, тварюка? Вот и все. Остановить. Давайте в зеленую повернем. Ой. Я дебил. Я испортил зеленые растения. Похоже, из-за прокачки воды растения завяло. Ну, тут было дохера зеленых растений, хотя это не сильно и страшно, ладно. Давайте заберем маску очередную. Да. Это, конечно, немножко того. Ну, в этой игре проблем с растениями явно нет. Ну, ладно. Как бы косякнул, так косякнул. Не буду уже перезагружать сохранение. Куда ты целишься, блядь? А, так он упал второй раз. А такое бывало? Я не помню. Нихера себе. Стоп. Давайте осмотрим ее сразу. Маска смерти без глаз. Просто для порядка, так сказать. Зеленая трава, сломанный дробовик, который потом понадобится. Бля, я даже не знаю, патронов мало, что пиздец. Но вот травы до хрена, вообще лечилок много, их хватает. Поэтому, ну да, испортил траву, ну хули поделать, ну вот так вот. Закосячил, уже исправлять не буду. Are you okay? Want me to treat your wounds? Нет, не надо, хватит меня лечить. Давайте сохранимся. Ну а на этом, пожалуй, пока что закончим. Тут так много людей в Резиденте в одной комнате, такая редкость, блядь. Все, всем спасибо за внимание, с вами был Техномакс, это был Resident Evil 1 HD Remaster, и всем до новых встреч, всем пока.